Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Вас приветствует Контраган, как всегда. И в этом обзоре мы рассмотрим с вами вот такие вот трекинговые палки от крайне известной компании Comprodel. В данном случае мы с вами рассматриваем палки, модель которых называется Contour Titanal 2. Что можно рассказать об этих палках? Это двухсоставные палки, которые крепятся к упаковке вот на такие вот зажимы, которые легко снимаются с упаковки и пригодятся вам в дальнейшем при использовании данных палок. Состоят из двух частей. Для раздвигания частей применяется замок PowerLock второй серии. Вот таким вот образом отстегивается, выдвигается и застегивается. Все очень просто, понятно и надежно. Выдерживает высокие нагрузки. Значит, внизу мы можем с вами под таким вот колпачком рассмотреть карбидные твердосплавные насадки, которые хорошо подходят для перемещения, скажем, по каким-либо известнякам или обледенелым поверхностям. Хорошо цепляются, удобно без проблем ходить, не соскальзывают. В этом месте есть такой вот специальные два выступа, на которые крепятся опорные шайбы. В данном случае в комплекте идут две опорные шайбы вот такого вот диаметра. Возможно отдельно приобрести большего либо меньшего диаметра, какой вам необходим на тот или иной тип местности и поверхности. Одеваются очень легко. Таким вот образом вставляются и проворачиваются. Вот, собственно говоря, они и закрепились. Выполнены упорные шайбы из мягкого морозоустойчивого материала. Так что проблем с ними не возникнет ни летом, ни зимой. Теперь давайте рассмотрим непосредственно саму ручку. Она здесь несколько, как мы видим, такая необычная и удлиненная. Сама ручка выполнена из микропористой резины. Очень приятно на ощупь, ухватисто, держаться крайне удобно. Кроме всего прочего, присутствует достаточно широкий такой вот фирменный тимляк с возможностью регулировки по длине. Делается это, как у всех комбардейлов, очень просто. Тянем за данный язычок, выскакивает вот такой вот клин пластиковый. Мы регулируем по длине темляк и этот клин загоняем обратно пальцем. Собственно говоря, все. Темляк зафиксирован, никаких проблем с ним не будет. И, соответственно, вот такая гофрированная из той же микропористой резины в сигнальных цветах ярких продолжение ручки. Для чего оно используется, как правило? Для того, чтобы, когда, допустим, ситуация на склоне не позволяет остановиться и там перещелкнуть по высоте палки, при подъеме можно легко просто перехватиться рукой. Выше-ниже, насколько вам удобней. Ну, можно, конечно, отрегулировать палки, но это бывает не всегда, скажем так, удобно и вовремя. Вот такие вот, скажем так, достаточно хорошие, очень легкие, компактные палки. В сложенном состоянии занимают, как мы видим, не очень много места. Легко можно пристегнуть к рюкзаку сбоку и достать в необходимый момент. Продаются они в нашем магазине, как и много разных других интересных вещей. Приходите, звоните, подписывайтесь на наш канал. Всегда рады вас видеть. И до скорых встреч!